Старший сержант Илья Сьянов командовал ротой при штурме Рейхстага 30 апреля 1945 года. Сьянов одним из первых ворвался в Рейхстаг. Двое бойцов из его роты, Егоров и Кантария, водрузили красное знамя на здании. После этого Илья Сьянов лично повез красное знамя в Москву Иосифу Сталину. После войны Илья Яковлевич прожил в Сочи более 20 лет. Поэтому в год 70-летия Победы память этого заслуженного человека решили увековечить и на курорте. Человеку, который своим подвигом прославил страну, тем, что он выбрал местом жительства город Сочи, это тоже очень символично и важно. На жизненном опыте таких людей, на их героизме мы воспитываем свою молодежь. И нам очень важно, как я говорил, все это никогда не забыть. Не забыт Илья Сьянов в Сочи и сегодня. В церемонии открытия памятника участвовал сын героя Советского Союза, а также друзья и знакомые, ветераны, которые помнят героя.